Система вступает в игру, является простой для людей и дизайнеров. И что такое open source? Open source – это способ взаимодействия людей между собой. На основе программного обеспечения, без стеснения всеми проблемами интеллектуальных собственностей, приобретающие не согласовывают контракты каждый раз при покупке части программного обеспечения. И привлечение большого количества людей. В основном мы хотим заставить программный продукт работать. И мы хотим, чтобы были люди, вносящие исправления и улучшения и тому подобное. Если мы же отвечаем по праву на интеллектуальную собственность, то просто нужно будет всегда использовать это программное обеспечение. Это одновременно, как Linux и Linux, был лично автономный и движение за открытые исходные коды. Они воспринимали лично автономный как великого философа. И воспринимали меня как инженера. Ричард Стоуман – отец-основатель движения за свободное программное обеспечение. В процессе построения GNU операционной системы он создал законодательно утвержденную философскую и техническую основу движения за свободное